Так, ребята, у нас резко нарисовался контент. Всем привет, меня зовут Дмитрий Чаплинский. Сегодня будет просто бомбаракетный видос. Все это потому, что я вижу, что парни тренируются на турничках. Таких 4 маленьких ребенка, я бы сказал, вот тренируются на турничках. И мне пришла такая прям гениальная, крутая идея сделать батл. Вот эти 4 балбеса против вот этих 4. Короче, сейчас идем на переговоры договариваться. Вырубать? Нет. Кого их? Так, пацаны, здорово. Ну что там? О! Делаем батл. Окей. Предлагаю вам взять батл. По сальтухам? 4 человека. Я ну что, там не по сальтухам? Я научился держать там по всему. А, чисто по элементам воркаута, все, что хотите, 4 человека. Ваша задача будет заказывать элементы, и их задача будет заказывать элементы. Ой, я все лицо срываю. О, а нет. Короче, вы готовы? Да. Не душ. Все, сейчас я зову пацанов. Вы пока подумайте элементы. 4 элемента уже можете себе придумать. Короче, в итоге договор прошел нормально. Переговоры прошли вроде бы отлично. Вот, и мы сейчас идем обрадуем наших парней, что надо уже типа делать батл. Поэтому сейчас будет крутая заруба 4 на 4. Такого формата еще не было на моем канале. Я, конечно, участвовать не буду. Не вижу смысла, потому что в любом случае парни находятся на этапе развития. Если я сейчас приду, сделаю там баланс на одну, все, это будет неинтересно. Поэтому я думаю, что будет крутая заруба 4 на 4. Конечно же, ребят, присаживайтесь поудобней. Мы полетели. Короче, вот участники. Никитос. Никитос, несколько слов о себе. Сколько занимаешься воркаутом? Вин Денис. Денис. Охуеть. Короче, везде подписан чувак Ник, я думал Никитос, а он по факту Денис. И как? Как тебе так жить? Нормально. Сколько занимаешься воркаутом? Год. Год. Сейчас скажу. Покажешь мастер-класс? Ого. Побачу. Хорошо. Андрюша. Да-да. Ты уже светился в моих видосах, но опять же, давай для тех, кто тебя не знает, кто, что, сколько занимаешься воркаутом? Год. А кто? Андрюха. Погоняла есть в воркауте? Нема. Нема? Буде. Вован. Да. Давай. Несколько слов о себе, сколько занимаешься воркаутом? Забивная котлета. 7 лет в воркауте. Ого! Уже старпер. Опытный? Да. Old school? Конечно. Разорвешь малых? Нет. Ну и, конечно, звезда нашего видоса. Димон. Димон. Добрый день. Твои ставки, кто выиграет? Не знаю, 50 на 50. 50 на 50? Да. Будешь стараться? Прядик дикий. Прядик дикий. Короче, ссылочка на пацанов в описании. И ссылочка, конечно, на сегодняшнего оператора тоже в описании. На Андрюху подпишитесь, конечно. Там, я думаю, парни стараются над своим контентом. И я думаю, все-таки вам будет интересно смотреть. Короче, у нас есть две команды. Вот. Команда под названием... Забивная котлета. Забивная котлета. Не, забивная котлета. Не, забивная котлета нормально. Братва. Название команды. Ну давайте вкратце. Команда, давай. Ночные волки. Стая волков. Лесная братва, пацаны. Ой, идеально. Лесная братва? Волка похожий. Ауф. Ну? Все, лесная братва. Лесная братва? Давайте, все сюда. Вкратце, значит, расскажу вам правила. Забивная котлета против лесной братвы. Значит, рассказываю правила, пацаны. У вас есть 4 элемента. Вы загадываете 4 элемента этим ребятам. Они должны повторить. Да, с каждого по одному элементу вообще, без разницы. Можно сделать элемент с третьей попытки. То есть, если не получается элемент, у вас есть еще 2 попытки для того, чтобы его сделать. 4 элемента заказываете, ребята должны повторить. Каждый 4 элемента? Нет, нет. От команды 4 элемента, понятно. Потом меняемся. Потом ребята вам заказывают 4 элемента, вы должны повторить. Команда, которая проиграет, должна сделать 300 отжиманий в сумме. Да. Давайте сейчас капитаны команды. Кто? Откуда? Вованчик? Нет, не я. А что? Я Леха, Леха, капитан команды, герой предыдущих роликов. И Вован. Забирная котлета. Вы готовы, пацаны? Давайте на чик-чирик погнали. Чик-чирик. Опа, пацаны, так, есть, вы проиграли. Ваша команда заказывает элементы первые. 4 элемента заказывает команда «Лесная братва». Пацаны, я старался. Не знаю, честно, что они могут показать. Это по факту будет противостояние молодости, грубо говоря, и уже таких уже старых пенсионеров, которые уже просраны этим воркаутом. Вот чем они занимаются. Вот.
Все четыре человека, руки в карманы. Отлично. Разогрев пошел, все хорошо. А я как этот, как ресторатор. Пошумим. Пошумим. Давай, первый элемент, пацаны, внимательно. Икс вылет. Погнали. Следующий элемент. Генер с винтом. Лаща с винтом. Да ладно. Так, есть? Второй элемент есть. Третий, погнали. Третий элемент. Вообще любой элемент, это не важно, какой будет. Так, первая попытка, еще две у тебя есть. Нет, вторая. Ого! Сделай, топорик бы. Сделай что-то другое. Ну серьезно, что-то другое сделай. Давай. Ага, ну и оп, оп, отлично. Ну, все? Ливаешь? Пацаны, это я. Я такого не ожидал. Это я. У вас, а, да, еще один, давай, давай, погнали. Пока два элемента есть. Два? А, Лаженер бонжом. Надо в любом случае четвертый элемент. Давайте, кто может еще один элемент показать? Давай, четвертый элемент. 360 замка. Четыре элемента. Без разницы, кто будет делать, вы себе между собой распределитесь этих четыре элемента и втащите. Ну чё? Так, сбор. Так, давайте, собрание, котлеты. Погнали. Что там было? 360, лазь с винтом, лазь бланшом, икс вылет. Пацаны. Икс вылет рублю. Кто икс? Ты икс вылет? Ты шо, лазь? Ты лазь будет? Да, попробую. А я шо, 300? У нас три попытки. Я 360. Подожди. Ну, а тебе осталось бланшом. Андрюха, пожалуйста, давай иди сюда, отойди сюда, пускай котлеты разбираются. Оператор, расскажи, пожалуйста, ставки твои. Без шансов. Это первый раунд, что ты скажешь? Удачи, удачи ставкам, пенсионерам удачи. Там говорят, помдроп будет. Да? Ты думаешь, молодая кровь тащит этих? Помдроп на втором раунде. Нет. Короче, увидим потом. Так, котлеты, ну что, вы готовы? Да. Распредели. Оператор не настраивает на нее тим. Распределили, пацаны? Ну да. У вас также есть три попытки, чтобы повторить элемент. Если мы наделаем один элемент, у нас минус один, да? Да. А если вы наделаете... Давайте до минус четырех, я думаю. Четыре элемента, минус четыре, это будет справедливо. Если мы один элемент наделаем, у нас минус один. Давайте, кто? Первый элемент, который? Какой вообще будет элемент? 360? Кто делает? Давай, давай, Денис, Дениска, погнали. Типа полторы, да? Дениска, 360 пошел. Любой хват. Вообще, без разницы. Какой тебе удобно? Итак. Есть. Ну что, засчитываем? Да. Все, есть. 360, красавчик. Первый элемент сделай, дальше. Икс вылет, погнали. Так. Так, Димон, первая попытка. Еще две. Еще две попыточки. Ты можешь отдохнуть, а пока пацаны делают дальше. Что будет? Винт. Винт? Давай. Ну, пол винта. Пол винта, надо еще пол. Первая попытка есть. Пацаны, это сложно. Нет. Два не то. Может, отдохнешь? Еще одна попытка. Отдохни, возможно, да? Одна попытка, мужик. Да, я знаю. Отдыхай. Икс вылет. Походите, ребята. Блин, ну ты рядом. Дим, еще. Стой, отдохнуть не надо, нет? Если два элемента не делаем, у вас минус два, пацаны. Это мы знаем. Капитан, куда ты тянешь свою команду? Димон. Мы идем на дно. Походу, это видео будет на 5 минут. Отлично. Не. Погнали. Икс вылет. Да, последняя попыточка. Сейчас мы... Это будет максимально жестко. Пацаны, стойку бьют. Икс вылет, наверное. Ай, ты Дима! Погодите минуточку. Капитан, уже все, капитан. Давай, заключительная попыточка. О, ну почти. Ну давайте, первый раз даем парням попыточку, чтобы кто-то сделал другой. Да? Да. Хорошо, давай. Давай сделай.
Все? Денчик вас спас, чуваки. Капитан. Юху. Так, у парней минус 2. Они не сделали по факту лач на 360 и не сделали лач бланжом. Минус 2 есть. Теперь их задача вам заказывать 4 элемента. Короче, ребята, вы готовы? Заказывайте 4 элемента, все, вообще все, что хотите. Давайте. Пацаны, где огонь в глазах? Алло. Давайте, погнали. Кто первый заказывает? Вовчи. Ну иди стойку заказывай. Стойка? Флаг в стойке. Давай. И это флаг в стойке. Вот так вот. Погнали. Так, и... 540. 540. Красиво, чисто сделал, молодец. Давай, Димон. У тебя есть 3 попытки в любом случае. И... Нет, не считается. Надо немножечко дольше фиксации. Так, еще один элемент, и Димон дальше покажет. Надеюсь, ласточка на одну. Денчик. Импульс. Давай. Импульс. В упор. Давай, в луну сразу. Покажи, в упор, да. Хорош. Хорош. Красава, импульс в упор. Красиво. Так, ну что, давай. Так, и... Ну, блин, медленно падал, мужик. Капитан, все под контролем? Нет. Так, так. Держи, держи, есть, 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 хорошо, есть, красава. Давайте, 4 элемента вы увидели? Да. Буду якось замазывать. Капитан, ну что, команда готова? Я первый делаю. Да, ты первый делаешь. Первый элемент 540. Все? 500. А так можно было, пацаны? Ты это видел? Погнали, 540 есть дальше. Импульс в упор, наверное. Импульс в упор, давай. Почти. У тебя есть еще 2 попытки. 2 попытки еще есть. Есть. Красавчик. Есть, 2 элемента сделано, еще осталось 2. Не делайте? Не, ливай. Ливаете 2 элемента? Стойка. Флаг, боковой флаг на брусьях. И полуласточка, полунивелада на одной руке. Все, минус 2? Ваши ощущения, ребят? Все очень. Если петля, то нам жопа. Да зачем? Дальше. Я счет ничья, но если они сделают петлю, мы проиграем. Без комментариев. Мене розриває всередині. Перший елемент. Може ви дивитися буде? Тащи. Бам. Мінус 3. Далі, другий елемент, пацани. Петушок кумка. Давай, другий елемент. Ставим в замку і крутиться. Так. Кумкват. Или важно сделать его с раската. Или без разницы. Да, любые просто. А, кумкват. Просто кумкват. Да. Хорошо, есть 2. Давай, пошел. Оп, уголок. Давай, чтобы было честно, 5 секунд. И четвертый элемент. Давай. Стульчик. Все, есть. 4 элемента. Пацаны. Ну что, вы там уже распределились, кто что делает? Тут и надо было с нас. Все, все, изи. Изи раунд. Капитан на выход. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, первый элемент пошел. Все, давай, свободный. Дальше пошел. Элементы, кроме бэк-ту-бэк? Стульчик еще был. И кумкват. Это будет кумкват? Хорошо, давай. Пам, есть, есть. Ну, можно засчитать, да, пацаны? Ну, в принципе, по факту. Все, кумкват готов. Стульчик. Стульчик. Так, стульчик есть. Так, в итоге у вас минус 3, правильно? Вы не сделали только один элемент. У нас счет минус 2, минус 3. У парней минус 2, у вас минус 3. Ваша очередь заказывать. Хорошие ведущие и конкурсы интересные. Да. Пацаны, первый элемент. Я проиграл. Нет. Оп. Один, два,
Три. Все, если есть. Ты там в гарике будешь виз, считать, ты есть. Хотя бы... Первый элемент виз, пацаны. Ты дальше. Второй элемент, пацаны. Выход. Медленный выход на две. Леха, ну ты... Есть. Вова, пошел заказывать. Конечно. Давай. Что и требовалось раздать? Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот, вот так вот. Боковой горизонт? Да. Ну, есть. И четвертый элемент. Дима. Мать ставишь, ноги, я тебе... Что это было? Это новый элемент. Название, пожалуйста. Я не знаю. Кикер котлет. Это топорик. Топорик? Залета. Топорик залета? Топорик залета на турник. Еще раз. Ну уже все, ты сделал. Просто еще раз повтори, если можешь. Все. А ну так все равно. Элемент засчитается все равно. Ты же показал его. Медленный выход на две? Давай, попробуй. Передний виз. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Давай, давай, дожимай, дожимай, дожимай. О, еще, еще. Давай, 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 еще чуть-чуть. Давай, можешь, можешь. Ой, хорош. Красава, реально красавчик, молодец. Дальше. Все? А потому что еще было? Пацаны, что еще было? Передний виз, боковой гарик и лач с под колен. Ну вот это что он сделал? Топорик залета. Топорик залета, хорошо. Я бы лучше не спорил бы с забивными котлетами. Капитан. Все. Команда ливает. Да. Все, делайте отжимания, пацаны. Так, ну что, победители? Забивные котлеты выиграли. В этом году мы победили. Ага, вот так вот. Особенно наш капитан. Капитан, ты разнес всех своим уголком, конечно, это да. Было что-то с чем-то. Уголок это просто, это особенный мой элемент. Особенный твой элемент. Ну что, несколько слов, давай. Якби не капитан, мы б слили. Да? Все решили капитан? Вайтенко, говорю, Вайтенко. Парни. Я получил новый элемент, просто лайк и подписку за це. Лайк и подписочку. Обязательно. Колокольчик еще. Короче, на всех парней ссылочка в описании в Инстаграм. У вас есть Инстаграм, пацаны, да? Да. Все, на парней тоже будет ссылочка в описании. Обязательно подпишитесь, крутые пацаны. Еще видос не вышел, на меня уже люди подписываются. Вот такой у нас крутой видосик получился. Вот такая вот у нас заруба 4x4 получилась. Возможно, некоторые правила нужно будет все-таки сделать, подкорректировать и прям вот расписать все правила, чтобы все было понятно, чтобы все было честно. Некоторые моменты, конечно, были запутаны, но в целом вот так вот. Я думаю, крутая заруба с этого получилась, 100%. Парни получили эмоции. В любом случае, парни по факту встряхнули стариной. Особенно винтовый. Бесконтактный бой. Короче, ребят, если вы хотите вторую часть такой зарубы, конечно же, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. 300 лайков, и выходит вторая часть такой зарубы. Пишем в комментариях свои отзывы, конечно же, подписываемся на парней, на их инстаграмы, подписываемся на мой инстаграмчик в описании. С вами был Дикий Дракон Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо и всем пока.